Здравствуйте. Мы уже говорили о сортотипах и говорили о таком сортотипе моркови, как каратель. Вообще морковь объединяет в себе 7 сортотипов. И есть еще сортотип очень распространенный и очень любимый дачниками – это сортотип нанская. Нанская – это не только сорт моркови, это и сортотип. То есть есть другие сорта моркови, которые имеют те же свойства, как и нанская. Зимний цукат, морковь неженка, морковь лакомка, морковь нанская суперсочная, даяна, барыня, Варвара краса. Давайте посмотрим на то, как выглядит морковь нанская и все остальные. Если мы посмотрим, то плоды у всех практически одинаковые. Тупоконечная, маленькая сердцевинка, плоды среднего размера, плоды очень сочные и очень вкусные. Если вы из года в год сажаете нанскую, но вам хочется сменить сорт, но не хочется очень сильно менять вот именно сами плоды моркови, тогда выбираем из сортотипа нанская любой сорт, сажаем и получаем урожай, к которому вы привыкли, с которым вы знаете, как обращаться, который знаете, как перерабатывать. Вот такие наши советы помогут вам опробовать новые сорта, сменить что-то без ущерба для осеннего урожая.